Если кому будет интересно, вы можете посмотреть мой ник в интернете. Так. Даже интересно. Сожрем мы кого-нибудь или нас опять сожрем? Игра очень занимательная. Допустим, если у тебя нервы на исходе, ты работаешь, потом тебе какие-то неудачи в жизни приносят, можно вот так вот себя сесть, вот так вот себя успокаивать. Даже свою ненависть там. Хотел кому-то отомстить, может, это и не отомстить. Может, снимаю.
Сталин. В общем, народ здесь все что угодно. Все, что по придет, то и пишет. Давайте Брейна покормим чуть-чуть на цель. Да, еще Брейн. Поможем Брейну. Так. Что ж, давайте еще попробуем. Я думаю, вот если мы сейчас на этих прыгнем. Хопа, лаупа, но в троих сразу. Чувак, вали ее. Пиздец, как он здесь происходит. Так, мне надо убегать. Ксюша под Брейн. Ксюша под Брейн. Кто ж такой придумал? Козлина, видели, что сделал? Музыка у меня природа стоит. Я думаю, вы это уже заметили. Красиво довольно. Я просто не знал, что под эту игру подобрать, но решил природу. Музыку природы. Так, доги, иди сюда. Хопа, залупа. Еще одного. Хопа, блядь. Сука, ну ладно. Гандон, да чтоб вас, хули вас так много, блядь. Пидорас, пиздец. А, похуй, сдохнем. Ладно. Видимо, мне вообще что-то не везет в последнее время в этой игре. Я даже набраться не могу сил. И размера не дают мне. Видимо, понимает, что с таким ником, по идее, человек должен снимать. Что на самом деле так и есть. Я снимаю. Я снимаю, блядь. Так. Блять, здоровяков хуево туча, блядь. Что за народ? Вырасти даже не дарит. Так. Джа-джа-джа. Джа-джа-джа, иди кормись в другое место. Так. Тем временем мы все кушаем. Пытаемся набраться до хера масла, но нам не дают. Так, Рус. Дайся, ёба. Ладно. Так, о, вот сейчас хороший шанс немножко подрасти. Опа. Хорошо. Другое дело. Чувак, пошёл нахуй. Иди сюда, убиваха говна. Да-да-да, чувак, я тебя понял. Да-да-да, понял. Ой-ой-ой, мистер Фест. Да, блядь, да что за пидорас? Ну почему меня-то именно, блядь?
дает просто вырасти, понимаете? Уже невыносимо это. Заебали, честно. Так. Так, пытаемся опять вырасти. Так, мы дошли там до 146, сейчас у нас 42 скоро. Да, кстати, моды у меня есть к этой игре, я могу включить, но просто не стал. До этого мне было. Поэтому мы играем на обычные версии этой игры. Без всяких включений. Иди сюда, блядь, как меня сожрали, я тоже хочу зажрать. Пошёл. Дальше. Видимо, у меня сегодня не получится вам показать, зрители дорогие, как я буду хавать просто всех. Ну ладно. Ну, конечно, постараюсь сейчас. Здесь, конечно, здесь на везение, в принципе, ну и на тактику. Наверное, если я сейчас, конечно, но я не хочу, блядь, эту массу использовать, потому что если я сейчас какой-нибудь крупняк будет рядом, он меня просто схавает за один прыжок. Поэтому мне лучше набрать хотя бы 300 скор, а потом уже... Опа. Блядь. Нет, на этого я, наверное, не смогу сожрать, это слишком большое. Ну, хотелось бы сожрать, потому что мне сразу так 300. Да ж хули вас так мало, блядь. Агар, угар, блядь. Так, долги, понятно, мразь. Я знаю, блядь. Ничего, я тебя скоро тоже, возможно, сожру, если сейчас не берусь. Постараюсь сожрать. Херасос. Так. Опа. Хорошо. Конечно, наверное, вряд ли. Если я прыгну, конечно. Опа. Убегайте, народ. Убегайте нахрен просто. Вас там сожрут просто. Быстро. Да. Какая жесть. Ох, не. Я знаю ваши повадки, ребята. Не проведусь. Они все думают, что они успеют меня сожрать. Ну, пожалуй. Опа. Бля. Музыка, конечно, немного детская, но тем не менее, музыка природа. Вообще, конечно, написано было йога. Но кто йогой занимается, возможно, такой случай. Так. Солянка, хуянка, Кристина, давай, Кристина. Опа. Да, блядь, что у тебя, сука? Ой, жир,
Рыхин, а не наглей. Бля. Так. Не, у нас все будет нормально. Уже мы дольше продержались, чем раньше. Потому что раньше плохо. Наберемся, мы не наберемся, ты ебаный массы. Ну, что нам тут уже хотят приезжать? Ну, все, пошли нахуй. Тебе приду, тебя найду. Тебя урою, блядь. Не могли, блядь, ты забил, блядь. Жрать есть. Первое, короче. Так. Доги. Я все, конечно, понимаю. Хитрую. Смазливую жопу. Блять. Я тебе не отдам. Я пойду поеду. Подальше. Давай, чувак, давай, 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 чел. Ох, ох, сейчас меня, наверное, сейчас захотят. Гонят мрази, ох, гонят, блядь. Ой, дураки, я не понимаю. Ладно. Так, ну, тут, конечно, ребят, просто начинается жопа. Сожрать меня не сможешь. Я даже не дам. Какой-то привлекательный этот агар. Опа-на! Вот сейчас мы куш сорвали. Там еще такой. Шарик. Ну, меня сейчас отхавает, мразь. Пошел нахуй, ёпта. Уёбок, ёбаный. Так умеешь, блин. Блять, тебе пизда. Я на первом месте почти, блять. На пятом. Ладно. Я пошутил. Да я ж пошутил. Не ешь, сука. Да не буду я тебя есть. Успокойся. Все нормально. Уже на шестом месте. Ну тут быстро. Тут, видимо, кто-то кого-то уже схавал, и тут Ивангай.
мангай, и ты умрешь. Чего? Хопа! Интересно. Вообще, по идее, в этой игре довольно много хитростей есть. Но я, честно говоря, очень мало знаю. Давайте сейчас попробуем набрать 1000. А, мы уже 1000. Хорошо. Так, чувак. Давай. Не, бесполезно. Хотя, если мы его сейчас загоним в угол, если он не успеет соединиться, а вот мы уже соединяемся, то... По идее, мы его можем сейчас легко схавать. Если он, конечно, блядь... Давай, ёпта. Давай, чё? Давай, сильнее. Опа! Хопа! Опа-на. Это хуёво. Это очень хуёво. Я скажу вам. Пожалуйста, чел, уходи. Уходи! Уходи! Уходи, Facebook хует. Ублюдок. Уходи, выхин, уходи. Ушел. Так, ну ладно, хорошо. Дорогие друзья, ну, в принципе, мы уже вышли на 4-е место. И скоро, возможно, мы сможем и выйти на 2-е. Если мы сейчас встретим какую-нибудь такую довольно крупную... О, Ориджин. Вот кто мне нужен. Ориджин, иди сюда, мы тебя хотим съесть. Выхина, давай гнать его туда. Хотя нет, он меня одним хавом своим опасным постарается сожрать. Так, тихо, надо схитриться. Сюрприз, творите. Так. Ориджин у нас пытается сбежать, но, как видно, ему тут не... Выхина, давай. Ну не меня же, ёпта. О, что ты сделал, чувак? Ай, Ориджин, чё ты? Вот мы и на первом месте, дорогие друзья. Так. Ориджин, мазафака, бля. Чё творит, а, гандун? И сколько у нас? 7000 скор. Ну, у меня было побольше, я вам скажу. Честно. Ах, лаги. Хопа. Так. Твою мать, что тут происходит, блядь?
А вот такого никто не умеет делать. Ну, это я опять подшутил. Так. В принципе, я думаю, сейчас я уже на съемку сейчас закончу, дорогие друзья. Уже подходит все к концу. Потому что уже смысла нет дальше. Тупо уже, если только жрать всех крупняков. Поэтому я думаю, мы отдадим всю массу напарнику. Ой, Марсу. Марс, иди сюда. На, Марс. Жри. Марс. А, Марс. Я тебе все отдаю. Вот, мы вот так хотим слиться. Давай, Марс, забирай меня. Скорей. Давай. Хопа, вот Марс у нас вышел на первое место. Ладно. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. С вами был Зэйн Геймер. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.